Интересуетесь спортом, футболом, хоккеем, да чем угодно? Специально для вас канал Sport Genius. Это самые интересные ролики о спорте, лучшие голы в футболе, самые выдающиеся спортсмены, самые красивые девушки-спортсменки. Подписывайтесь на проект Sport Genius, все о спорте на одном канале. Ссылочка в описании, давайте поддержим новый канал, ведь контент реально качественный и интересный. Спорт – это борьба характера и железная воля спортсменов, но даже здесь есть место смешным, а иногда и довольно позорным ситуациям. Малейший просчет и ошибка неминуема, и естественно все эти фейлы попадают в интернет, потом на YouTube и к нам в руки. А тут мы над ними смеемся. Сегодня как раз такой день – это 10 самых позорных моментов в спорте. Этот бейсболист должен был поймать и передать мяч другим игрокам команды. Вместо этого спортсмен случайно выбил его затылком за пределы поля, таким образом лишив свою команду шансов на победу. Мужик аж сам офигел от такого поворота событий. А этот хоккеист оказался перед пустыми воротами, и даже рядом не было никого, кто помешал бы ему забить гол. Вот только сначала спортсмен отправил шайбу вообще в другую сторону, а потом попытался развернуться и упал. Противники моментом воспользовались и сами забили гол. В футболе всегда очень внимательно надо следить за ситуацией на поле. Этот вратарь настолько увлекся поиском открытого игрока, которому можно было бы отдать мяч, что совершенно не заметил, куда этот самый мяч укатился. В итоге голкипер ударил по воздуху, а у ворот получился довольно опасный момент. Финского хоккеиста Томми Мяки сильно толкнули в ограждение катка, да так, что его форма застряла в щели между стеклами. Спортсмен не смог освободиться сам, так что ему на помощь пришли и судья, и другие игроки. Особо преданный фанат даже айфоном пытался раздвинуть стекла, чтобы вытащить форму. А этот хоккеист полностью сосредоточился на шайбе и даже не смотрел, куда катится. Неудивительно, что он врезался в ворота, а потом еще и в ограждение отлетел. В итоге шайбу он упустил, и самому пришлось уйти со льда. Mamma mia. Cosa fa Micoluomo? È andato a centrare la porta. Во время игры можно получить кучу синяков и ссадин. Этот бейсболист решил рассмотреть полученное от падения повреждение и начал снимать штаны прямо на поле. Несмотря на то, что спортсмен довольно быстро опомнился и натянул форму обратно, весь оставшийся матч бегал уже с расстегнутой ширинкой. That'll be a base hit right there. Good job. I'll tell you one thing, not a bad defensive play either by the Tigers. Did you see that? Спортсмены – люди очень целеустремленные. Иногда они, думая о победе, вовсе не замечают, что делают и куда идут. Этот хоккеист хотел уйти со льда, но не заметил, что его собственная клюшка встала поперек двери. Удар получился довольно неожиданным для игроков. Меткость – это профессиональная черта гольфистов, но только не у этого спортсмена. Он не смог попасть в лунку с расстояния в несколько десятков сантиметров, даже с третьего удара. В итоге гольфист начал просто тыкать мячик в сторону лунки, но попасть у него не получилось даже так. At some point in time in their career. Hole, and he's not even touching the hole, and then here he just. Этот баскетболист решил поправить шорты прямо во время штрафного броска противника. Он спустил форму до колен, одернул футболку, спокойно натянул обратно шорты и завязал их. Сотни фанатов и десятки камер вокруг абсолютно не смутили спортсмена. First free throw doesn't go. А этот гол можно назвать самым нелепым за всю историю хоккея. Шайба подскочила в воздух и застряла в форме у вратаря. Но он этого не заметил и занес шайбу в свои ворота. Технически получился гол, в котором команда соперника даже не участвовала. Where's the puck? Is it in the net? The Sabres think it's in the net. The goaltender's in the net.
Ставь лайк и пиши в комментарии, каким спортом ты занимаешься и бывали ли у тебя такие курьезы. На этом все.